Здравствуйте! В эфире программа «Арт-код». Шифр для вас буду подбирать я, Анна Руда. 10-й юбилейный пленэр «Гродно-дорог-скрыжование» собрал 11 участников из Минска и Гродно. На выставке, посвященной итогам работы живописцев, побывала и наша съемочная группа. Лето – это не только пора отпусков, это еще и время, когда хочется творить, радоваться жизни и наслаждаться общением. И в начале этого лета, по итогам традиционного художественного пленэра, в культурном центре фестивальной состоялась выставка. Этот пленэр посвящен году Малой Родины, 75-летию Гродненской области, и художники в основном рисовали наш Гродно, красивый и старинный. Приняло участие 11 человек, много художников из Минска и Гродно. Минчанам очень понравилось Гродно. Дело в том, что, оказывается, многие из них не были в Гродно. И, конечно, сейчас, когда Гродно весь такой красивый, в цветах, солнечный, теплый, вот это гостеприимство отразилось и на них. Они с удовольствием гуляли по городу, делали зарисовки, рисовали с натуры, посещали творческие мастерские художников. За время пленэра живописцы стали единой творческой командой. Художник из Минска Екатерина Сумарова в Гродно уже не впервые и признается, что сюда всегда хочется возвращаться. Отчасти и потому, что здесь особенное творческое и тесное общение в среде художников. У меня в 16-м году в Новом замке была персональная выставка, достаточно большая. И тогда я приехала и очень удивилась вообще атмосфере в Гродно, такой вот сплоченности всех художников, насколько они меня поддержали, и мы разнакомились, и до сих пор дружим. И вот я здесь уже в качестве пленэриста на этом мероприятии, знаю, что это уже 10-й пленэр, и очень приятно, что именно в Гродно систематически проводится этот пленэр. На своих полотнах художники изображали летний город над Неманом. Потрудилась я, в общем-то, на славу на пленэре. И вот за мной картина, в общем-то, это вид Гродно. Поскольку темой пленэра была Гродно, я сделала эту вот панораму, этот вид. Шикарный просто вид. Насколько мне уже удалось передать, это уже другой момент. Но я старалась. Живописец из Минска Василий Матусевич в Гродно побывал впервые и уже запланировал, что изобразить на своих полотнах, когда приедет сюда снова. Обязательно Неман, обязательно Каложа, обязательно улицы старого города, обязательно пейзажи городские. Художники не придерживаются какого-то определенного стиля. У каждого из них есть свой неповторимый и легко узнаваемый почерк. Я не знаю, как называется этот стиль. Это такой декоративный подход к реализму, собственно говоря. Условно говоря, быстрое рисование городского пейзажа. Ну, это мой собственный стиль. Вернисаж проходил под сопровождение саксофона. Прекрасные мелодии мог послушать любой желающий. Увидеть работы живописцев на выставке «Гродно. Дорог скрыжования» в культурном центре фестивальной можно до 19 июня.